Министерство спорта Нижегородской области подвело итоги работы в 2017 году, и ушедший год получился очень насыщенным на события. Причем не только регионального, но и международного уровня. Всего же нижегородские спортсмены завоевали в общей сложности 333 медали различного достоинства. Нам есть кем гордиться, но главное, что прозвучало на этой отчетной конференции, нам есть куда расти. Да, на совещании не обошлось и без эксцессов. Не везде на местах довольны вниманием к местному спорту со стороны правительства. Но все проблемы решаемы. А пока можно брать пример с тех, кто не говорит, а делает. Так, самым спортивным по всей области по итогам года стал Городецкий район. И секрет этого успеха оказался прост. Люди преданы своему делу, тренерский состав предан. Практически все являются жителями Городецкого района, которые не хотят уезжать, и даже за эту небольшую заработную плату, которую они получают, они отдают всю свою любовь и все свой профессионализм и уважение своим детям. После подведения итогов на совещании наиболее жаркие дискуссии возникли по поводу ближайшего будущего. Развитие инфраструктуры, раз, это подготовка тренерских кадров и выход их абсолютно на другой, более качественный уровень. Два, конечно, это тесное взаимоотношение между федерациями спорта, руководителей ФОКов и наших детских и юношеских школ. И, конечно, самая главная задача – это проведение чемпионата мира с точки зрения организации. По итогам чемпионата мира мы должны получить и инфраструктуру, и по итогам чемпионата мира мы должны получить самое главное – это человеческий профессионализм людей, способных организовать самые лучшие мероприятия. Не обошлось и без олимпийской темы. Совсем скоро нижегородские спортсмены, которые выступили на зимних играх, получат свои заслуженные награды от областного правительства. Причем весьма ценные подарки получат не только наши медалисты, но и все, кто выступал в Пхёнчхане.